Всем привет, друзья, с вами я, Антон Бустер, и в этот знаменательный день, День радио, я запускаю линейку коротких лайфхаков, связанные со звуком и постобработкой. Сегодня мы сделаем эффект радио, эффект рации, называйте как хотите. Предлагаю сразу переместиться в проект, поехали. А делать на самом деле очень просто. Главное сделать частотную обработку, срезать в районе 300 Гц и в районе там 2-3 тысяч. То есть оставить серединку преобладающую и сделать обработку по дисторшену. К примеру, можно воспользоваться там от Waves штатным каким-то, да. Но мы легких путей не ищем. Всем привет, друзья, с вами я, Антон Бустер, и в этот знаменательный день... Мы сделали еще немножечко фильтра играющего, который дает некую такую... Всем привет, друзья, с вами я, Антон Бустер, и в этот знаменательный день, День радио, я запускаю линейку... Движение и грязь какую-то щелкающую. А следующий этап это, чтобы посложнее нам было, это два осциллятора, которые, соответственно, сделали, или три даже, которые обработаны и записаны последовательно из нескольких осцилляторов. Одна волна, потом мы, всем привет, друзья, с вами, грубо говоря, с помощью обычных плагинов делаем модульный синтез. Все мы последовательно обработали. OneKnoop дает пропуски по сигналу. Эквалайзер тут не работает. Ну, в общем, разных три сигнала. Один срезан по частотам. И еще один, только в другом пульсе. И все это записывается и получается после обработки вот так. Всем привет, друзья, с вами я, Антон Бустер, и в этот знаменательный день, День радио, я запускаю... Всем привет, друзья, с вами я, Антон Бустер, и в этот знаменательный день, День радио, я запускаю линейку коротких лайфхаков, связанные со звуком и постобработкой. Сегодня мы сделаем эффект радио, эффект рации, называйте как хотите. Предлагаю сразу переместиться в проект. Поехали. Ну, я думаю, основной месседж вы поняли, что достаточно частотной обработки, достаточно немножко динамической и искажений. И тем самым мы получаем нужный результат. Если понравилось это видео, с вас лайк, подписка на мой YouTube канал. А если хочется больше разборов, пишите в комментариях, какой плагин вы бы посоветовали или хотели увидеть в следующем обзоре. До скорых встреч!